Сегодня 20 августа, пятница. Я решила перед выходными пополнить свои запасы. Купила Grimmy Sweet Apples, которые нам нравятся, зеленые яблоки. 1,29. Сейчас то ли сезон, то ли акции. Они стоят 79 центов. Французский багет, из которых я делаю сухари, по 69 центов. Я такие митбулчики люблю, как сама делаю, так и готовые покупаю. Здесь две коробочки стоят 2,5 евро. Рис 1 евро. Перцы, одна упаковка, стоит 1 евро 29 центов. Сейчас у них акция идет, они стоят по 49 центов. Я купила две пачки. Baby plum potato, tomatoes, тоже стоит где-то 1,29 евро, но эти тоже на этой неделе по скидке 49 центов. Baby white potatoes 1 евро 1 килограмм. Мои яблоки Galapagos, сладкие они, 1 евро стоит. Салмон, две пачки я купила, хороший срок. Очень быстро готовится, особенно на выходных они выручают. 6,5 евро стоит одна упаковка. В одной упаковке 440 грамм. И решила попробовать такой орео-гель. Я никогда не покупала маленькими, как бы, порциями. Я сразу покупаю на 78 стирок, что ли. Но этот орео-гель на этой неделе по акции стоит 6 евро. Купила за 3 евро. Хочу попробовать. В итоге у меня чек получился на 25 евро 89 центов. Где-то 26 евро.